Еще раз сеть. Это сеть Лес Алис. Лес Алис. Она недавно получила распространение в Ташкенте. Угу. Ну, достаточно хорошая кухня. То есть теоретически кухня. Можно здесь покушать, да? Да. Вкусно. А цены как? Чуть дороже, чем в Элосе. Как в аптеке? Низкие цены? Нет. Ну, аптеки здесь на каждом шагу, я же говорю. Каждые 50 метров аптека. Ну, что, назарский мед здесь? Ты тут хоть здесь нет. А, это клиника, что назарский мед. Лес Алис, да? Ну, сделаем мы сейчас. Алис. Тут ничего не видно.